Я не могу. Как же мне это все надоело. Это самоизоляция. Это просто ужас. У меня уже крыша просто едет. Почти 2 месяца, а может быть даже уже 2 месяца, я не могу выйти нормально на улицу. Постоянно, каждый раз во всем ограничении. Каждый день одно и то же. Перчатки, маску. Одень перчатку да маску. Одень перчатки да маску. Одень перчатку да маски. Куда не пойдешь, это просто ужас. Как же мне это все надоело. Это просто ужас. И сегодня уже в Москве 5 июня, пятница, 2020 год. Московское время сейчас 16 часов 55 минут. Без 5 минут 17 часов вечера, без 5 минут 16:55. Это вообще просто ужас. Сегодня с самого утра вроде было в Москве такое вот солнышко, колоколышко светило. Погода вроде была ничего. И вот у меня под окном дядька уже такой довольно-таки старый, лет, наверное, под 70 ему. Бегал в одних шортиках по улице, спортом занимался, в одних шортиках с голыми ногами и с голым торсом, без шапки, без кепки, без всего, и даже маски на нем не было, ни перчаток, в одних только шортах. И вот бегал дядька, вы представляете, туда-сюда спортом занимался, просто это невозможно. И вот под вечер что-то похолодало, стемнело, стало пасмурно. Вот, дождь, правда, кончился, хотя весь день сегодня дождь шел, сейчас вроде сухо, но сейчас, наверное, опять что-то будет, идут эти свинцовые тучи, вот. А я решил пожрать, чтобы на душе стало легче. Я до этого выпил полпакета вина красного, виногор называется, я уже хороший, мне очень хорошо сейчас на душе. И вот я еще решил выпить этот вот целый пакет запечатанный. Полпакет я уже выпил со своей подругой Еленой. Вы вот часто спрашиваете, а кто такая Елена тебе? Это не жена, нет, это просто моя подруга. А если честно, только никому не говорите, знаете, кто она такая, Елена? Это девушка легкого поведения, экскортница, вот, она мне оказывает эти вот интим-сексуальные услуги, сексуального характера. Но только за это все удовольствие приходится платить большие деньги. Но она мне по знакомству, я уже много лет ее как бы себе снимаю, она мне оказывает это самое, ну, мало само ведет с меня. Ну, даже, можно сказать, не ведет. Ну, вот она, мы с ней отдыхаем, выпиваем, вот я ее иногда балую там винцом, и вот погулять там куда-то с ней мы сходим. Поэтому, в принципе, у нас все как бы по обоюдному согласию происходит, и она с меня много не берет. Ну, вот так вот я продуктами расплачиваюсь, своей вот теплотой, как бы любовью к ней. Поэтому вот как-то так. Что я хочу сказать. Она сейчас спит. Ленка моя спит в соседней комнате. А я вот пока она не знает, я решил в ограде у себя на балконе вот продолжить удовольствие. То есть мы уже пакет такой с ней распили, полпакета она выпила, полпакета я. Вот, закусывали мы с ней этим вот российским сыром, татарским, мамадыш. Вот, и вот я один пакет стырил, короче, там на кухне спрятан был пакет, вот я стырил, она не заметит, я думаю. Целый пакет красного вина, вот называется, оно бывает разное, бывает Изабелла, но вот в моем случае это самое полусладкое вино столовое красное. Оно еще бывает двух производителей, Гатчина и вот это Алания, Владикавказ. Вот в моем случае Гатчина сейчас. Еще Изабелла бывает, но Изабелла мне не особо нравится, оно отдает этим вот земляничным вкусом. А это вот красное такое вот вино полусладкое, вино столовое. Еще не путайте, бывает напиток вина. Сейчас, ребят, наверное, что-то будет, может гроза, может ураган, очень что-то холодно стало, ветер сильный. И вот я раком на коленках сижу, на корточках, мне очень неудобно. Я вам хочу сейчас... А знаете, с чем я буду сейчас употреблять это вино красное пить? Вот это, с килькой в томате. Килька в томате, вот такая вот килька, посмотрите. Вот такая вот килька, я уже ее открыл, называется эта килька. Вот я буду сейчас ей в ограде наслаждаться. Килька называется «Знак качества в томатном соусе, обжаренная, черноморская». Вот такая вот килечка. Вот такая вот килечка, короче, вот. Я уже ее открыл. Ой, как у меня спина устала. Ой, вот такая вот килечка. Сейчас я буду в ограде ею баловаться. О, мальчики, девочки, я вас всех люблю. Вот такая вот килечка. Вот такая вот хорошая, суперская килечка. Запах такой балдежный, просто запах. Вот, ну а чтобы нам поднять всем настроение, я хочу вам песенку спеть. Вот такую вот называется песня. Слова песни Владимир Трошин.
помнишь, мама моя? Но я хочу вам сразу сказать, я не певец, я не музыкант. Я просто люблю петь, хорошо умею петь. И вот мне надо сесть, что ли, я не знаю, мне неудобно на карачках. Мне неудобно на карачках, но здесь все занято. Я не знаю даже, как нам поступить. Как нам поступить, я даже не знаю. Вот, некуда даже положить свои вещи. Вот как-то все так на карачках приходится делать. Давайте пока мы это уберем, туда, как бы не разбить бы эти вот вещи, такие вот бокалы наши, как бы не разбить. А то ведь можно здесь все разбить сейчас, элементарно можно все уронить. Вот, но я думаю, ничего не упадет. Сейчас мы с Божьей помощью, вот я вот так сяду поближе сюда к вам, поближе. Я вас всех люблю, мальчики. Я вас всех люблю. Не обижайтесь на меня. Не обижайтесь. Я вас всех люблю, мальчики. Что-то пасмурно стало, потемнело. Сейчас, наверное, гроза будет. А в Москве шум, гам, машины, компрессоры работают. Ту-ту-ту-ту-ту. А у меня здесь на балконе, в ограде, ворона насрала. Потом покажу. Давайте сейчас покажу. Зараза, только я полы здесь помыл, она насрала. Поглядите сейчас, мальчики, я вам покажу. Посмотрите, зараза, насрала здесь ворона. Во. Видите, только помыл. Она взяла и насрала. Ну, это явно не голубь, да, это, наверное, ворона. Вон, посмотрите, какая лепеха. Только помыл полы. Но это, говорят, это к богатству, вроде как, да? Ладно. Что ж сделаешь? Ничего не сделаешь. Она насрала и улетела. А мне убирать потом. Вот. Поэтому как-то так. Еще раз хочу вас всех предупредить. Я не певец. Вот, песня, слова песни Владимир Трошин. Помнишь, мама моя? Вот, так я. Строго не наказывайте и не судите меня. Что-то мне зябко стало. Помнишь, мама моя, как девчонку чужую я привел к тебе в дочки, тебя не спросив. Строго глянула ты на жену молодую и заплакала вдруг, нас поздравить забыв. Нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой. На тебя, а ее я хозяйкою звал. Я ее целовал, уходя на работу, а тебя, как всегда, целовать я забывал. Целовать забывал. Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем, о покое своем. Может быть, мы и с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли. Зябко что-то, мне зябко стало. Три минуты шестого вечера. Зябко стало. Погода вообще каждый раз вводит не в лучшую сторону свои коррективы, конечно. Вот, ну как-то так. Как-то так. Что-то сердце растревожило. Ой, чуть не разбил фужер бабушкин. Хрустальный фужер чуть не разбил. Вот так вот. Чуть не разбил. Вот так вот.
Все на карачках, все на карачках приходится делать. А вы как хотите, мальчики? А вы как хотите? А вы как хотите? Вы только можете обсирать, а вы больше ничего не можете. Вы только можете обсирать. Так, сейчас я вам покажу, что целое запечатанное, а то скажете, что я вас обманываю. Вот, смотрите, вот такое вино я сегодня буду пить, дегустировать на своем канале. Посмотрите, пожалуйста, мальчики, девочки, вот такое вот вино, короче, вот. Видите, запечатанное абсолютно. Запечатанное, видите? Сейчас я буду его открывать. О, вот открыл. Видели, да? Что я вас не обманываю. Ой, кажется, неудобно на весу. Ой, что-то зябко стало. Что-то зябко стало. Давайте, за ваше здоровье. Ой, о. Залпов не могу за раз. Ой, а холодно, как бы мне бы не надуло бы макушку. Надо было одеть шапочку, что ли. Очень холодно, ребята. Ой. Ну и погода, это пипец. Дегустация. А закусывать я буду киркой в томате. Вот такой вот знак качества называется, черноморская. Очень вкусная килька. Очень вкусная килька. Правда, с легкой с горчинкой. Я сначала боялся, думаю, что она горчит. Понятно, там письки, попки, анусы всякие, вагины, вот. И кишки там, головы, ну все такое. Ну а потом я услышал в передаче «Естественный отбор» на канале ТВ-центр, ее ведущая Таркуша Нашвили, Знаида Руденко, и там вот сказали то, что горчинка легкая допускается. Все зависит от производителя и от состава. Вот в моем случае здесь килька в составе черноморская, не разделанная. Вода питьевая, паста томатная, сахар, песок, мука пшеничная, масло подсолнечное, рафинированное. Вот здесь и лук, короче, пюре, соль пищевая, консервант, уксусная кислота, ледяная какая-то, Е260, специи молотые. А, вот здесь кориандр, перец черный, перец душистый, гвоздика, лавровый лист молотый. Ну вот от этих специй она как бы издает такую небольшую горчинку. Она такая пикантная. Аж не пугайтесь. Ну вот я до этого кильку брал дорогую, ласта называется, ладца. Она шла необычная. По необычной рецептуре, с перцем, со жгучим чили. И вот она острая. И несмотря на то, что она острая, она ни хрена не горчила. Да-да, не удивляйтесь. Вот как-то так. Так что вот такие вот дела, мальчики. Вот такие вот дела. Ой! Да, зябка как бы не заболела. Ну, я думаю, не заболею. Господь не допустит. О, старость не радость. Как же быстро наши годы летят. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад.
Мальчики, вы не поверите, у меня на плече на левом, да-да, не удивляйтесь, на левом плече 3 родинки растет. Вот, 3 родинки. И вот я сегодня был выпивший, бухой такой, тыры-пыры, а у нас в комнату так войти, такие вот косяки, эти вот узкие проходы, дверь открываешь. Ну вот я такой шел сегодня, и как шарахнулся левым плечом об этот вот проем, об этот косяк, как же было больно. А потом, когда снял футболку, глянул, а у меня кровь текет. Оказывается, я родинку содрал, сейчас я вам покажу. Это вообще пипец, мальчики. Это пипец. Вот, посмотрите, сейчас я вам покажу. Я взял родинку, содрал. Ну, это же надо же так, да? Это какой-то пипец. Сейчас я вам покажу, мальчики. Вон, дождь пошел, ветер сильный. Вот, смотрите, что я сделал. Ой, бубо, как же больно. Ой, вот у меня тут 3 родинки, видите, вот такая вот выпуклая растет. Вот тут 2-я родинка. И вот 3-я, видите, я меченый. 3 родинки вот в один ряд растут. Вот 1 родинка, вот 2-я родинка, вот 3-я. Такие вот выпуклые родинки, видите. И которая вот родинка посередине растет, она самая такая вот выпуклая. И вот я ей сегодня шел, шарахнулся. Как же было больно, мальчики. Как же я плакал, как же я испугался. Как же я испугалась. И вот я ее сковырнула. Кровь текла вообще ручьем. Ну вот я зеленкой помазала, вроде получше стало. Не знаю, что дальше будет, мальчики. И вот здесь вот у меня тоже какая-то херня, видите, растет. Вот такая херня вот растет тоже. Вот здесь вот, ну это с детства моя красивая родинка. И я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, та-да-та-да-та. Ну вы поняли, да? Вот такие вот дела, мальчики. Ой, обожрался я, мальчики. Обожрался я. Сейчас, не дай бог, еще болевать буду. Зябко, мальчики, зябко. Ветер сильный, вообще погода, ужасная погода. Это уже июнь, уже лето. Почти уже скоро будет середина лета. Такая вот погода, вообще какая-то вот неустойчивая погода. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, что у меня на балконе есть, мальчики. Во. Видите, у меня что тут есть? Это вот еще с детства с моего осталось. Раньше я на этих тележках в свое детство сдавал бутылки, собирал стеклянные бутылки, тару всякие, вот бутылки, короче, посуду собирал, по помойкам лазил я в детстве. И вот сдавал в приемные пункты. И что, на эти деньги, заработанные, я покупал себе всякие вкусняшки. Рулетики, кексики, тортики. И даже пивцо, пивко. Пивком баловался тоже вот я, когда мне было 14 лет. Видите, вот. И вот такие вот колеса стали. Уже много лет здесь они стоят от солнца. Видите, трескаются. Можно было бы чем-то накрыть, но все как-то руки не доходят и настроения нет. Поэтому так все и стоит, мальчики. Вот так, да еще 100 лет простоит. Нас переживут. А здесь вон плитки там всякие лежат. Ну вот, как-то так, мальчики. Как-то так.
Видите, какая погода? Вообще ужас, да? Вообще пипец. Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка. А-на-на-на-на. Давайте еще выпьем. Как бы не разбить. Так, второй бокал. Я уже полпакета вина выпил со своей подругой, секс-кортницей. И вот этот вот целый пакет. Ну, я весь пить не буду, башка будет болеть, поэтому я вот еще немножко. Это дегустация такая, дегустация сегодня на моем канале. Я не пью, мальчики, девочки. Я выпиваю для поддержания иммунитета, для здоровья. Вот. Ничего лучше, чем этот самый Санвей Чусан. Оно такое вот, не такое приторное, как этот Санвей, а отдает этим вот таким, не то что черносливом, но вот что-то там такое вот есть, виноград такой вот. Ну ничего, с такими деньги нормальное вино. Вон это вообще, чайки летают у нас под окном, чайки летают. Каких только птиц тут нет, вон куда. Какая-то это, морось пошла, дождь сильный. Зябко, мальчики. Ой. Ой. Зябко. Пусть эта камера включена, я ничего вырезать не буду. Сейчас я это самое за сигаретами сбегаю, покурить. Мальчики, вы не поверите, вот я потом сделаю отдельный обзор вот на эти сигареты, кресты, это вообще, это безобразие, обманывают нас. Вот я покупал эти сигареты, кресты, вот Богом клянусь, вот Богом клянусь. Хотите верить, хотите нет, но я Богом клянусь, вот от чистого сердца, говорю только правду, никогда никого не обманываю, Боже упаси. Вот такие вот сигареты, кресты, я их покупал на рынке, в Москве. Были запечатаны, и все, я брал блок. Эти сигареты, сейчас скажу, мальчики, знаете, какой партии? Вот, июнь 2015 год, видите, июнь 2015 год. Цена за пачку у них была на июнь 2015 год 43 рубля. Сейчас 2020 год, но они еще по этой цене продают. Ну, у них на складах, видать, завалялось очень много, да? Им надо продавать, и вот они по дешевке продают. То есть в 2020 году они продают по той цене, что была и в июне 2015 года, по 43 рубля. Это очень дешево. Ну, вся заключается проблема, знаете, в чем? В том, что вот здесь написано, смотрите, девочки, мальчики, это ООО «Ростовская табачная фабрика», Россия, Ярославская область, город Ростов, улица Пролетарская. Ну, это не важно, ладно. Короче, в этой пачке должно быть 20 сигарет с фильтром. Видите, мелко-мелко написано, но написано 20. И вы знаете, вот моя подруга, там все знакомые, сосед, курили эти сигареты, и никто ничего не замечал. А вот как-то один раз открыли мы, и для интереса просто сосчитали. Проверить захотелось, обманывают нас или нет. И вы не поверите, не досчитались одной сигареты. То есть вместо 20 штук они кладут по 19, квали. Надо же, какие наглые, это вообще позор, обманывают нас. То есть если вот 20 написано, то и должны 20 сюда сигарет класть. А здесь было только 19. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 только сигарет. Где еще одна? И вот вы представляете, ладно, ошибся там, я не знаю, когда делали, ошиблись они. Так они делают сколько? Миллионы, да, таких пачек. И вот с каждой пачки по одной сигареты обманывают, не докладывают, обворовывают. Поэтому я хочу, ну я потом отдельное видео запишу. И вот это самое хочу
чтобы производителя наказали этого. Ну, это вообще безобразие. Но я сейчас не знаю, может быть, они уже исправились, потому что все-таки как-никак партия, это вот, я еще раз повторюсь, июнь 2015 год. А сейчас на дворе уже июнь 2020 год. Сейчас, может, все по-честному, я не знаю, не проверял, надо будет как-нибудь проверить. Но вот, что они вытворяли в июне 2015 года, обманывали нас. Вместо 20 сигарет клали только 19. И вот с каждой пачки минус одна сигарета. Короче, вот так вот, безобразие, обман. Вот, это вообще позор вам, позор. Вот кто эти кресты делает, позор вам от московского обжорщика. За наши же деньги, за мои честно заработанные кровью и потом, вы нас обманываете. Вместо 20 сигарет кладете, клали 19 штук. Если кладете 19, так и пишите 19. Какого хера написали, что 20 здесь сигарет? А я вот открыл и сосчитал, а здесь 19. А то вот все курим, курим, а что-то все мало, как-то мало. А потом посчитали, 19 только штук. Вот я клянусь Богом. Вот такое безобразие. А эти вот сигареты дорогие, престижные, ЛД называются, вот, ЛД, дорогие очень сигареты. Вот, в 17 году по 100 рублей были за пачку, сейчас они дороже стоят, это вот с фильтром, вот, ЛД такие вот, лайт, легкие вот, ЛД. Поэтому вот так вот нас обманывают, кругом обман. Ветер сильный, мальчики. Говорят, кильку можно покурить. Давайте попробуем. Вкусно, говорят, будет. Кильку надо прокурить. Говорят, с дымком будет вкусно. Сейчас попробуем. Должна быть подкопченная килечка. Вот такая вот килечка будет подкопченная. Помнишь, мама моя, как девчонка? О, с дымком, ребята! Балдёж, с дымком стало! Бля, во! Вкусная стала. Во, вкусно. Копченая стала килька. Балдежная. Бог что любит? Троицу. Давайте третий бокал еще. Хрякнем, да? Хрюкнем.
Это не пьянка. Не подумайте, что это плохое. Это дегустация. Дегустация. И не более того. Это дегустация. Ну что, хейтеры, смотрите у меня, если будете на меня наезжать, я вам покажу кузькину мать, а то вот все пишите, что я бомж, бедный и тыры-пыры, смотрите у меня, я вам покажу кузькину мать, ишь, только попадитесь мне, я вам, ну, не на того напали, ясно, смотрите у меня, щеглы, я вам, только попадитесь мне на дороге. Я вас быстро всех. Фу, бля. Фу. Ух, хейтеры. Что? А? Я царь Ютуба. Я и только я. Вот. Все. Вот так. Фу. Там дождик идет. А, погасит. О, хорошо. О, е. О, е, как же хорошо стало на душе. Ох, как хорошо. Послушайте все. О, е-е-е. Меня попугаи пиратом они. Родился я в 1000 каком-то году в банано-лиановой чаще. Мой папа был папа попугай кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взяв в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернандей не мог отвечать, не мог, не умел отвечать. И начал я плавать на разных судах в районе экваторов северных дам. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду, еду. Но я повторял от зари до зари, рамба, корида и черт, поведи! 7 лет я проплавал по морю, что ж, какой-то матросик пропавший продал меня в рабство за ломанный грош. Но я уже был говорящий, турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему «Паша, салам!» И просто кондрашка схватила, хватила пашу, когда он узнал, что я еще я пляшу, читаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Китай и Ирак, я... индивидуум, не попка-дурак, так думают только одни дикари, рамба, корида и черт, побери! Владимир Семенович Высоцкий. Ой, гений был, гений, вообще, от Бога. Как жалко, что его нет. Столько бы он бы еще мог бы создать уникальных шедевров, это вообще был вот такой балдежный мужик. Вот. За ваше здоровье, за всех живущих, за всех. И все хочу и поздравить, и помянуть, и вообще, чтобы у всех было все хорошо. И здесь, и там, и везде. Хлеба, ребята, я отрезала много, а что-то вот это самое не могу все сожрать. Телека холодная, и у меня вот от холодного зубки ноют, сводят зубки. Зубки надо лечить, эти зубки что-то болеть стали в последнее время у меня. Ой. Так что смотрите у меня, хейтеры. Я вам дам, не на того напали, понял? Ладно, все, всем пока.
Вот так вот. Я вам покажу Кузькину мать. Видишь?